1xBet – надежный букмекер. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. На такой стадии, в любом случае, соперников просто не бывает. И мы знаем, что нам будет тяжело, потому что если посмотреть, каким образом играл квалификацию и группу Лиги Европы «Цельнозвезда», то они знают, как обороняться, знают свои сильные стороны, как атаковать. Ovom stadionu nema jednostavnih suparnika i ukoliko ste gledali kako je Zvezda igrala u Ligi Evrope, videli ste da ona ume i da napada i zna kako da se brani. Поэтому мы не ждали, что будет для нас легкая игра или легкое как начало противостояние, тем не менее, что, наверное, мы могли бы снять исходы игры чуть раньше, потому что понятно, что когда ты ведешь 1-0 и соперник устраивает 1-1, любая игровая ситуация, она может вернуться против себя. Но, тем не менее, мы рады, что шагнули в следующий раунд и шагнули на слово. Zbog toga ne možemo da kažemo da je igra bila laka i mogu da kažem da smo mi možda mogli da rešimo susret i nešto ranije. Zbog toga kada igraš 1-0 sve vreme i kada znaš da je suparnik odgovara i rezultat 1-1, onda to naravno nije jednostavno. Tako, ali sve je u redu, prošli smo. Пожалуйста, вопросы, микрофон. Виктор Михайлович, если позволите, два вопроса. Что с Васиным и, если можно, что содержала записка Вербума? С Васиным будет завтра обследование, более точно могу сказать, с Понтусу записка о том, каким образом мы перестраиваемся, там новые будут изменения, и, соответственно, одному человеку сложно отличаться. Тимур сфотографировал ее уже проверить, так что можете передавать эту группу. Pitanje je bilo šta je sa Vasinim i šta je sadržala ceduljica koja je bila predata Verbumu. Odgovor gospodina Končarenka je da je sa Vasinim sve u redu, da će on sutra proći pregled i da je zapravo ceduljica sadržala uputstvo kako da se reorganizuje igra, kako da se prestavi igra. Пожалуйста, еще вопрос. Тактические детали содержала. Ну, это было по-другому сказать, что в записке Вербума был вопрос, что с Васином, но... Пожалуйста. Еще на Москве, агентство ТАСС. Виктор Михайлович, на этом, если также два вопроса, если позволите, на этом матче присутствовала, на гостевом секторе сидела половина болельщиков Спартака, Интеллигент Звезды. От этого становился ли для вас матч наиболее принципиальным, чем мог быть? Выше вниз какой-то. У меня сразу нет комментариев на этот вопрос, давайте второе питание было, да ли можете да прокомментаришите то, что я у сектору Црвене звезды седела половина навијача от Спартака. Da li je to nekako uticalo, gospodin Gončarenko odgovara da nema komentar i da odmah pređemo na drugo pitanje. Хорошо, второй вопрос по дальнейшим соперникам. Очень интересные команды могут прийти дальше. Милан, Арсенал, Боруссия Дортмунд. Кого вы хотели бы увидеть в 1/8? Да я не знаю, как все-таки мы полагаемся всегда на жребий, потому что он слеп. Мы знаем то, что уже и наши команды могут выбраться на два удаления. Локомотив, Спартак и Зенит. Поэтому достаточно спокойно к этому вопросу. Все еще после ночи очень много команд. То есть 1/8 это 16 команд. Гадать о том, кто будет следующим соперником, не стоит, хотя у меня дружеские отношения с Хацкевичем Александром Николаевичем, главным тренером «Динамо Киев», и шутку мы говорили о том, что неплохо были бы встретиться, но, к сожалению, только в финале. Pitanje se odnosilo na to kakve suparnike CSKA može da očekuje dalje, s obzirom da su tamo jaki timovi, interesantni timovi, na primjer Borussia, Milan. Gospodin Gončarenko odgovara da se naravno sve zavisi od toga koga izvuku, da to treba i sačekati, iz prostog razloga što ima mnogo interesantnih
suparnika koji još mogu da se nađu na putu i između ostalog i Dinamo Kijev, čiji trener je prijatelj gospodina Gončarenka i u šali oni jednom drugom kažu bilo bi dobro da se sretnemo tamo. Если вы еще вопросы, тоже два. Данила Игнатов, Спорт 24. Виктор Михайлович, где команда продолжит готовиться к возобновлению сезона? В Москве или где-то еще? Мы 24-го улетаем туда же на Баликант, Компомор, они хорошо работают. До первого числа. До первого мая. Pitanje se odnosilo na to gdje će se nastaviti pripreme, gdje će CSKA nastaviti pripreme i odgovor je da će do 1. marta, znači od sutra pa do 1. marta, tim se pripremati u... Kampamor, da sam, do 1. marta. U Španiji, u Kampamor. Hvala, Олег. Виктор Михайлович, еще один вопрос относительно, ну, по персоналию. Сегодня одним из лучших игроков был Костя Кучаев. Насколько вы, как тренер, удивлены его такой удачным перевоплощением в новую роль? Ну, если проследить, каким образом он получает свои минуты, то изначально там какое-то небольшое время, тем больше и больше, важно то, чтобы он оправдывал доверие и понимал, что делать ему, как нужно действовать в той или иной позиции. И опять же важно то, что доверие это нельзя купить по киоске, это надо заслуживать, скажем, не на тренировках, своими играми. То есть если он играет, значит это он доверие заслужил, значит ему каким-то образом надо быть отчетчением. Многие вещи, которые он может улучшить, кстати, на виду для того же самого завершения, потому что он может попадал в ситуации, где мог выезжать с воротом, и он здесь теряется. Поэтому ну, надеемся, что молодой парень еще будет играть лучше. Pitanje je, danas je Konstantin Kučajev bio jedan od najboljih igrača, kako to komentariše trener CSKA. Odgovor da je važno da ono opravda poverenje, koje je, znači ono što je pokazalo danas, to je zaista dobro, ali važno je da opravda poverenje na raznim pozicijama, on je veoma sposoban i može mnogo toga da postigne i važno je da to bude u kontinuitetu. Пожалуйста, вопрос. Душин Муштович, Телеграф. Питание за господин Гончаренко. Имали стопинку ова две утакмица да видите Снагу Звезде. Како вам она делуе? И помнијало се пре неколико година, каде спортски директор био Зоран Стојдинович, да можете да пређете можда евентуално у Звезду, да сте били тренер Бате Борисова. Тада сте наводно, ако су тачни наводи медија, да рекли, da Zvezda nije dovoljno veliko ime da vi budete njen trener. Da li vi ste sad možda promijenili to mišljenje nakon ovog domaćina? U vas bila mogućnost uvidjeti silu Crvenoj Zvezdi, играть с ней. Есть такие, ну, говорят, что два года назад у вас была возможность стать тренером, ну, было такое предложение стать тренером Красной Звезды, но вы тогда ответили, что Звезда – это не такое имя, ну, такой величины, чтобы вы были ее тренером. Как вы оценили игру Звезды с Европой? Ну, во-первых, это иногда ложь, что по отношению к любому сопернику можно таким образом отвечать, сопернику по команде. Как первое, то ли это дарскалаж, то, что я речено о том, это зависит. Любой тренер должен ценить, если ему поступает какое-то предложение, независимо от уровня лиги, имя с команды. И всякий тренер треба да поштуе тим, от которого долази некий предлог, наверное, в зависимости от него лиги. Действительно, были некоторые разговоры по Цельной Звезде, но мой ответ был то, что уже готова стадия заключения контракта с другой командой. И заиста су были некие преговори с Цельной Звездом, но мой ответ был, что стадия склапания уговора с другим тимом уже скоро год. И это был главный разлог, из-за чего я эту помощь не захватил.
А что касается силы Северной Звезды, я думаю, что очень хорошо мне Драг Божевич написал, что это сам, и Зоран Тушич, что это самая сильная Северная за последние несколько лет. А что се тиче снаги Црвене звезде, како она игра данас, прво добро је било написано да је то најјача Црвена звезда за последних неколико година. Давайте последний вопрос, если есть. Будем спать. Все остальные написаны в виде. Нету. Спасибо.